На месте падения малазийского «Боинга» под Донецком завершен сбор обломков. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики. Всего собрано 100 тонн. Все, что нашли, перевезли на станцию в Торезе, и оттуда вагон отправится в Голландию. Когда – неизвестно. Также сообщается, что с места катастрофы увезут только те части самолета, которые представляют интерес для голландской стороны. И это, в свою очередь, вызывает массу вопросов, в том числе у специалистов Росавиации, которые уверены, истину можно установить только совместными усилиями, а не в одностороннем порядке. Очередной пакет документов в адрес комиссии по расследованию катастрофы «Боинга» Росавиация отправит, возможно, уже в ближайшие дни. Ведомстве подчеркивают, что наша страна была первой, которая практически сразу после трагедии обнародовала данные объективного контроля об обстановке в районе крушения. Российская сторона и сейчас готова сотрудничать по любым вопросам, которые касаются расследования. Но, по словам замруководителя Росавиации Олега Старчевого, от нас получают информацию, по сути, ничего не давая взамен. Пока наше сотрудничество выглядит несколько односторонним. От нас запрашивают материалы, мы их передаем, но никакой информации по расследованию от комиссии мы не получаем. К совместной работе не привлекаемся, и все новости, по сути, узнаем из открытых источников.